Всех приветствую на канале, с вами Аркадий, сегодня я продолжаю играть в игру под названием Зомби. Итак, что ж, в прошлой части я так очень сильно сглупил. Короче, мне нужно было по заданию достать книгу. Вот, видите, мои задания. Вот. В итоге я взял и пропустил ее. И ушел. А потом понял, что что-то сделал я не то. Я не смог уже вернуться назад. И теперь, по сути, мы возвращаемся назад. Сейчас, подождите. Намотай на ус, салага. Перед выстрелом надо целиться. Да ладно. Сейчас я тут положу кое-что. У меня, видите, раз, два, три. Давайте сундук бросим. Потому что, знаете, вот это я не могу почему-то бросить сундук. Да? Видите? Т, сундук, все. Я могу только включить сундук. А что не так-то? Даже вот это мне не могу бросить сундук. Что у нас тут? Выбор есть? А что не убирается-то? А, блин, точно. А если сделать так? А, лопата тебе уберется. Ну нафиг тогда. Много у меня места занято. Так. Оружие все сюда. Так, аптечку в сундук. Патроны в сундук. Сундук. Патрончики вот эти я с собой возьму. На всякий случай мне будет, наверное, понадобиться для большого оружия. Так, нужно потом еще на верстак зайти. Что лучше, световая граната или же вот это? Ну, все-таки у меня 6 мест еще есть. В принципе, у меня все нормально. Так, убираем. Где верстак? Вот он. Мы можем, конечно, улучшить... Да. Да. Разброс будет меньше. Это хорошо. Так, где тут... двухстолка, емкость. Вот. Увеличиваем емкость. Так, где мое оружие? Вот оно. Опа. Красавчик. Патрончики все у меня занято. Бутылка есть. Светошумовка есть. Опа. Дорогой Джон, прости, но мы не согласны с твоим толкованием пророчества. Ты циклишься на части о горящей земле, а мы считаем ее предостережением и советом помогать людям, а не стоять в стороне. Я знаю, ты злишься на нас с Роном за спор на последнем собрании, но пойми, для нас лучше перебдеть. Если мы ошибемся, мир хотя бы станет чуть лучше. А если мы правы, но не поторопимся, вся планета окажется в опасности. Жаль, что ты этого не понимаешь. И нет, мы не хотим тебя заткнуть или перекричать. Я знаю, что ты это сказал в запале. Но все равно слышать это было очень обидно. Мы ценим твой опыт. Именно поэтому я настояла, чтобы тебя позвали. Но мы не дети, хоть и не разделяем твою точку зрения. Совет поручил мне временно отстранить тебя от собраний, чтобы вернуть тебя в строй. По их словам, твоя эффективность снизилась. Я не стану этого делать, потому что еще люблю тебя и знаю, как сильно тебя расстроит исключение. Но соглашусь, фатализм непродуктивен. Я уезжаю из Клермон-Феррана, чтобы поискать в библиотеке что-нибудь о чумных докторах. Но к ночи костров я вернусь, позвоню, и мы отправимся на площадь Александра смотреть народные гуляния. Я так скучаю по нашим вечерним прогулкам. С любовью, Сандра. Сейчас вы думаете, почему я не отхожу? Потому что если я отойду, все, оно затихает. Потому что, знаете, это как включить звук на телефоне, то есть включить аудиозапись и уйти. Вот так вот, оставить телефон там. Вот точно так же будет приглушено. И не говорю я, потому что может кто-то слушает все-таки все это. Отправляемся. Я бы сразу все отправил вот эту вот дубинку, что у меня сейчас в руках. Как раз таки... Опа. Поднимаемся наверх. Потому что нам нужно выйти наверх. Так. Так, нужно быть осторожным.
Вот я вышел наконец, да. Зомби есть? Так, ага, мне нужно как-то наверх добраться. Вроде где-то здесь есть лестница, да? И стоп, не же туда, да? А, стоп. Я же здесь еще что-то выбрасывал, нет? И мне кажется. Ладно, кажется, я только доски выбросил, да? Может, я в другую сторону идти, да? Вот он. Да, все. Так, лифт, лифт, лифт. Ладно, сидите там. Надеюсь, это не баг. Так, подождите-ка. Я сюда отправлюсь. На всякий случай. Сюда. Нет, заперто. Тут ничего нет. Точно ничего нет? Точно? Ну ладно. Так, в этом доме я должен найти книгу. Так, здесь тоже у нас ничего интересного нет. Здесь тоже. Здорово, ребятушки. Дискач тут был веселеньким. Веселеньким. Прекрасно. Даже взять ничего не могу. Ну, ё-моё. Так, здесь была кровавая постель. Или тут была оргия, хрен его знает, перед смертью. Так. Стоп. А если сюда пойти? Нет. Там ничего интересного. Оттуда за нами зомби бегал. Ну как бегал? Ползал. Очень медленно. Так. Вот. Мы на верхнем этаже, да? А здесь что? Здесь ничего. Так, отсюда зомби падали, нет? Опа. А что закрываешь-то? Закрываешь-то зачем? Так. А какой у нас пароль? Подождите-ка. А. Опа. 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 Так. Нет? Серьезно? В таком ящике ничего нет? Да, судя по всему, я тут первый, кто сюда вообще пришел. Ага. А кто-нибудь пароль знает? А кто-нибудь пароль знает? Так, знает, так, 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 так. Вот здесь вот сидел один человечек. Так, опа. Все, ну, так. Да ладно. Придется искать пароль среди того, что мы тут нашли, да? Нет, нет, нет. Наверное, вот этот вот. Черное пророчество. Ага, ага. Так, подожди-ка. Ага, ага. Восстание Лондонами. Так. Мне нужно что-то типа пароля. Так. Попробуем 1666. 1666 попробуем. Нет, да? Ну а вдруг? Сработало бы. Так, 2012. Опа, опа. Так. Офис, это у королевы. Так, может, 2012. Ладно, 1640. Стоп, может быть, где-то пароль здесь написан? Туда уйду, все. Ну, ну а как еще, блин? Но если честно, здесь пространство слишком пустое. Представьте, вы купили квартиру, и вот, у вас однушка. Да, такая вот однушка. И у вас всего лишь здесь одна такая вот мебель. Ладненько. Я не буду тут искать пароль.
Я сейчас посмотрю, где он, возможно, был. Стоп, подождите-ка. Вообще ничего, да? А, стоп. Я, конечно, все понимаю. А! 1527. Тоже, наверное, какая-то дата, да? Это живой, как слышно. Похоже, обстановка накаляется. На кухне есть мусоропровод. Самый простой способ свалить. Бах! Так, так. Так, все, да? Все. Основное мясо животного. Мне это не нужно. Так. Так. Вот отсюда я и свалил. Наконец-то я взял книгу. Я жду вот там просто сейф с чем-то там, с какой-нибудь фигней. Меня вообще это не интересовало. Меня интересует только сюжет. А оказывается, по сюжету я должен был открыть этот сейф. Блин. Как я так поглазел? Я же в прошлый раз использовал сканер. Так, ладно. Выбираемся. Фух. Но сейчас мы должны прийти в бункер. Так, ну давай. Погружайся быстрей. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Только-только вот сейчас хотел посмотреть прохождение этой игры и поставить пароль. Но, к счастью, я не посмотрел прохождение. Оно мне не понадобилось. Тук-тук-тук-тук. Я красавчик. Да-да-да. Опа. А, здесь тоже кровь, да? Подождите-ка. Ага. Там что-то есть. Ага, требуется ввести код. Ну это да. А вот это что? Еще раз посмотрим пентаграмму. 3-7, да? Это тройка, это семерка. И это просто какие-то символы, да? Мне это ни о чем не говорит. А вот тут вот что-то... Вот там что-то есть, да? Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Сейчас мы вернем тебе книжку. О, великий там доктор, который дал нам вакцину. Ты там еще живой? О. Отдать книгу. У тебя студиум контент жизни. Это же бесценная находка. Если бы я только успел спасти. Я ведь пытался. Вот только выжившие. Из ума люди. Я почти раз, ребята, из Омеги. Ну что там по поводу лекарства? Ну? Что? О, это ж последнее письмо Ди Бекону. Дорожайший Фрэнсис. Бла-бла-бла. Да, тут про код панацеи. Итак. Вороны уверены, что он у них. И они еще скрываются где-то в Лондоне. Если вдруг ты найдешь их и код, я могу создать лекарство. Давай. А я продолжу нести службу. Я все-таки давал присягу бороться с мраковесием. Так я и поступаю. Сей писем, Ди! Ладно, взять первое письмо. Найти владельца писем с помощью мониторов. А, то есть мне нужно сейчас пойти в убежище, да? Ё-моё.
Так. Так, так, да, в убежище. Да. Вот я просто не понимаю сейчас ни хренашки. Зачем нам письма? Обычные письма. Может быть, тогда что-то скрыто, конечно, но... Стоит ли это того? Так, что у нас тут? Букингемский дворец. Ага. Вот. Подожди, нет, нет, нет. Хэнбери Грин, там есть письмо. Здоровые письма Ди. Новые данные, да. Там есть письмо Ди. И, возможно, есть в мемуарах Виктории и в Бухгенском дворце. Да? Все? А, вверх, вниз. Так, да. Е. Ага. Угу. Хорошо. Там есть патрончики, да? Патрон для добряка один. Ради этого даже идти не стоит. Ладно. Наконец-то. И чего тебя понесло во дворец? А, не важно. Есть идея. Какая? Говори. Ходят слухи, что во дворце разбит военный лагерь. Главный там полковник Уэйверн. Да? Помни его по буре в пустыне. Скажи, что ты от живого. Он о тебе позаботится. С оружием поможет. Да и С4 может подкинуть. Ну, спасибо. У меня тут в сундуке столько, что я готов уже к апокалипсису. Хай. Может, стоит взять с собой? Думаю, да. Так. Нет, патрончиков за место патрончиков. Так, ага. Фонарь, фонарь сюда, сюда, сюда. Аптечку. Все. Все. Хо. Ди в Тауре. Хорошо. Где она? Так, мемориал Виктории. Нет. Ну да, мемориал Виктории. Пойдем туда. Благо, карта небольшая. О! Нет. А, собственно, нет. Хопа. Хопа, где эта бита? Да где она? О! Так, 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 так. Блин, как будто неизвестно для меня место. Так. Уоррен и Ди обращаются к выжившим. Сигнал к эвакуации, удар колокола. Повторяю, зеленый свет по колокольному звону. Сондра, мать ее, Келли. Я думал, она умерла. Не ведись. Вороны и поход в бордель не спланируют. Эвакуация, сейчас. Грохнут тебя и обчистят твой мор. Ищи полковника. Так, 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 так. В мобильный арсенал. Кто еще есть? Так. Ладно. Черт. Говорю же, нынешняя армия в подметке не годится той, где я служил. Ну, раз ты там, захвати пару пушек. Да что тебя? Уэверли был из лучших, знаешь ли. Ух, блин. Ага. Ведь он не раз прикрывал мне спину. Достойный человек. Да. Да сдохните уже. Кто вы такие, блин? Чего от меня хотите? Так, места быстро у нас кончаются. Ну, ничего страшного. Тут ничего нет, да? Больше. Опа. Патрончики, патрончики. Это тоже обыще? Не, фигня, полная фигня. Отравлюсь, еще сам сдохну от своей тупости. Так, нужно понять, куда мне идти-то? Пока... А, стоп. Ладно, пойдем-ка сюда. Тут на улице кто-нибудь есть? Серьезно? Эй! Кто-нибудь есть? Живой? Так, посмотрим здесь. Опа. Бах.
Давай. Опа. Там кто-то еще есть, да? Сверху. Хорошо. Может, здесь чуть понадобится. Так, опа. Ах, где я? А, ясень пень. Тут никого, да? Возвращаемся обратно. Здесь мне нечего делать. Задание у меня там. На минус первом этаже, да, вот он. Так, фонарь выключим. А как мне посмотреть карту-то? Куда мне идти-то? Карта, вот. Это все? Ё-моё. Так, я вышел из люка. И мне, походу, только обратно. Да? Так. Ё-моё, блин. Ключ доступа. Тык-дык-дык-дык-дык. Вороны где обращаются. Да! Ты кто такая, а? Улучшение разброса? Так посвечиваются те, кто может получить улучшение? Так. Ага. Ты внутри, класс. Теперь хватай все, что унесешь, и тащи в убежище. Так. Ага. Прости, что ворвалась на твою волну. Вороны Ди хотят эвакуировать Тауэр. Нам нужны все бойцы, каких мы можем достать. Помоги нам, и мы тебя вытащим. Сейчас будет перепалка между вами, да? А, нет. А что мне нужно-то? А, вернуться в убежище. Так, возвращаемся в убежище. Блин. Опа. Так. Убегаем. Бегаем. Так. Убегаем. Там, возможно, кто-то уже есть. Возможно, это и птицы, и крысы. Стоп, чё? А. Стоп, а куда я убегаю-то? Я не взял какое-то письмо? Что? Вы серьезно? Так. Оно тут. Тут. Ага. Старые, добрые птицы. Наконец-то. Но чтобы взорвать препятствие, цены нет. Так, мне нужно понять, что у меня тут есть лишнего, а что нет. Ну, я тогда съем. Не-не. Шоколад. А, нельзя съесть, да? Ладно, пусть тогда здесь останется, чё уж то. Я пойду, посмотрю, что там. И это будет прекрасно. Ой, блин! А! Шевелись, не стой! Ты легкая добыча. Я, кажется, все понимаю. Нет, я повоюю. Да блин! Спасибо! Ё-моё! Меня подорвало. Так. А сложно по ним попасть, да? Наконец-то я стреляю из карабинчика. Так, нам нужно туда, да? Ё-моё. Извиняйте. Раз уж нам нужно бежать... Да блин! О, спасибо. Ой-ой-ой. А вот что взрывается, а? Да блин. Нафиг. Еще бы, блин.
Так, ну туда. Тык-дык-тык-дык-дык. Так, значит, у нас есть выжившая одна, да? Хорошо. А куда нам идти? Так, стоп. Мы же верно идем, да? Я что, сделал круг, что ли? Я не понимаю. Вроде же нормально шел. Ё-моё. А, ну туды, что ли? О, блин, а. Так. Пусто. Спасибо. Да ты чё? Да ты чё, умри! А, на всякий случай, обыщу еще раз. Что, серьезно? А куда нам идти? Так, ну... А, я же правильно шел, да? По тоннелю. Я... Стоп. Нет. Ну, красавчики. Так, что у нас тут? Почти все, двигай. Хорошо, двигаю. Так. В таких помещениях лучше использовать как раз таки биту. Здесь хотя бы можно отступить как-то. Ладненько. Девчуля, ой, блин. И так тебя тянет в птичью стаю. Ну что ж, я расскажу тебе о воронах Ди. Пророчество Ди ясно, но эти трусы хотят подогнать его под себя. Они признают, что Ди предсказал чуму, но уверены, что насчет выживших он ошибся. А, то есть выжил только... Они спасут мир. Эвакуации, лекарства, передышки. Хрень. Выживут подготовленные. Этому-то я тебя и учу. Ну, да. А я аж не готов уже? Ты, вижу, совсем меня не слушаешь. Ладно, но учти, тут я тебе не помощник. Так, можно пойти поезд, говорит, да? Сондра, Ворон Ди, рада видеть тебя. Только давай сначала очистим дорогу в Тауэр. Мы потеряли снайпера. Впрочем, он не первый с тех пор, как это началось. А. Стоп. О-о-о. Чё, думал, что? Сможешь, да? Да, блин, ты достал уже, а? Так. Быстренько, рюкзак. Нужно что-то выбросить. Конечно же, мы используем аптечку. Так, у меня есть патрончики, болты, болтами. И все остальное. 7,70. Я из такой комара с задницы отстрелил. Нет, не понять. Глушилка. Ой, блин. Ну давайте сесть сюда, давайте. Я вас всех порешаю. Давай. Че, живой еще? Заходи. Я, кажется, надо с глушилкой что-то поделать. Да ты сдохнешь или нет? Сдох? Фу, блин. Так, там лестница есть. Так. Красавчики. Ой, туда мне нужно идти? Спасибо, сначала я здесь полазаю. Возможно, там найду что-нибудь хорошенькое. Бах!
задолбал уже, блин. Наконец-то. Ага, ага, ага. Нужен пропуск. Да ё-моё, а. Пропуска, пропуска, пропуска. Фонарик, заряжайся, са, наконец. Ага, у меня есть же коктейль молота, да? Ну. Ха! А, у меня же не снайперская винтовка, да? Хотя... Ха! Какой я снайпер. Из пистолетика стреляю по ним. Ха! Так, тебя обыскать нужно, да? Нужно. Это баллон! Фу, блин! Отойди нафиг. А, ну ты один. Бах! Хе. Я красавчик. Я красавчик. Иди нафиг. Пора доставать Т-4. Ща, ща. Бах! Так, чё у нас тут? И зомби, как обычно, услышали, да? Ты чё? Офигел! По мне стрелять-то, а? Бедненький. Знаешь, что Карл II после чумы подрезал крылья таурским воронам? Что могло лучше доказывать его веру, так, в Так, а, это таурская тюрьма же, блин. Ну, кроме основания нашего ордена. Ну, мне логично, скажи сюда, да? Так, здесь домик. Что означает... Как раз таки. Сохранение. Пошли в жопу. Ё-моё. Я хотел спокойно пройти, наверное, в убежище. Чтобы хоть что-то там взять или сложить. У меня там куча аптечек. Особенно больших. Так, ну. Опа. Ну и логично, здесь поход у нас закрыт. Так. Всех зомбиков мы быстренько... Здорово. О, блин! Да вы что творите, да? Да вы чё? Вы в курсе? Я ветеран зомби-убийств. Так. Опа. Ага. А, это уже тюрьма. Энергетик. Энерджайзер. Да. Хоть какая-то у нас теперь аптечка есть. Так, оружие на готове. Блин, сколько тут походиков-то, а? Опа. Ничего. А в рюкзаке у нас ноль места. Ха. Здесь что-нибудь есть? А-а-а. Нам бы здесь хотя бы карта бы не помешала бы. Тогда было бы прикольно. Ну. О. Нам уже наверх, да? Сейчас, погодите. Стоп, 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 что-то было, что-то было, что-то было. Ага. Наконец-то. О, теперь хоть я что-то знаю. Что-то знаю, что-то знаю, что-то вижу, что-то нет. А, ну да. Ты думаешь, я?
А, вакцин. Так, стоп. Да, вот, обыскать я хочу, блин. Зомби как тряпки, блин. Вот это вес людей. Так. Дай сигнал эвакуации. Когда разорили библиотеку Ди в Мортлейке, мы потеряли много знаний. Остались кровь, чтобы их понять, нужно быть здесь. Это гиптограмма Ди. Символ единства четырех элементов. С алхимией, магией и наукой. Для нас это ключ к тайному знанию. Теперь у тебя инфракрасный фонарь. Ищи знаки. Отлично. Инфракрасный фонарь, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ставьте свою карту. Официально этого места не существует. Положить на инфракрасный фонарь. Ага, ну, блин, спасибо. Официально этого места не существует. Ищи знаки. Они приведут тебя к бункеру. Ага. Ой, блин. Ну хотя бы так. Если бы я его сейчас ударил, то же самое было бы, да? Ё-моё. Так, туда. Туда. Че, серьезно? Посвети инфракрасным. Может, и это ага. Бах! Меня не напугаешь, просто так уже. Пуганый уже. Не до конца, конечно. Но пуганый. Раз. Два. Я знаю, тут есть зомби, который оживляет других зомби. Стоп. О. Здорово, ребята. Бай. Коктейльчик нельзя взять. Хотя... Ой, блин. Я все могу взять. Так, снова, да? Блин, лезть. Здорово. Ну, давай. Зомбяшка. Сколько тут мусора, ё. Добро пожаловать в нервный центр воронов Ди. В буквальном смысле. Чума сумела напугать даже нас, а мы ее ждали. Да. Обычным людям вроде тебя. Черное пророчество. Мы пытались предупредить людей. Наш лучший спец добрался до королевы, но его не послушали. Джона бросили в психушку. Там он и пропал. Тук-тук-тук. Сейчас я подзаряжу все потом. Так, пистолет. То же самое. Все, да? Опа. Посканировать код на стене. А я че? Ага. Енохианский алфавит. Такими символами Ди общался с ангелами. Вороны давно перевели их. Ты тоже научишься их видеть и понимать. Все, да? Выходит, ага. Джон Ди изобрел шифры. Он, кстати, был первым профессиональным шпионом. Письма королеве Елизавете он подписывал 007. Почти готово. Попробуй набрать код. Какой? 7145? Особ. А это что? О-о-о-о-о. Спасибо. 7145. Это так. 7 колоколов. Пора, беги на крышу. Ага.
Блин. Прости, мне нужно на другие бастионы. Обойдись пока без меня. А худые, худые, худые. Я крыло один. Нет посадки, повторяю. Посадки нет. Попробуем забрать вас с крыши. Ждите. О, блин. Избавь чумных от страданий. Так. Куда мне идти-то? Убей! Скорее! Так. Беги же! Ой, блин! Да я вот пытаюсь! Куда бежать-то? А можно мне подсказать, куда? Так. Худы, 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 худы. Так, я наверх. Наверх. А куда бежать-то? А! А! Все, 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 понял, понял, понял. Очисти крышу. Ай, блин. Вот он. Да! Снимаю шляпу. Тебе долго. Ну? Блин. Бах. Блин. Боже, нет. Ага. Жопа. Моя смерть. И что дальше? Ну да. Это я знаю заставочку. Так, первая моя смерть, да? От моей тупости. О, за девчулю теперь играем. Генератор нужен. Я слышал разговор по радио. Дело плохо. И вороны улетели. Как ты подсказывал, Ди? Так, добраться до входа. Слушай, я знаю, что ты не поверишь, но я не злорадствую. Я понимаю. Ты хочешь вырваться, бежать без оглядки. Но все не так просто. Так. Посмотри с другой стороны. Ты все еще здесь живьем. И я тебя не брошу, что бы ни случилось. Спасибо, спасибо. Но не думай, что хуже некуда. Есть. И сказал, с чумой справится очистительное пламя черных ангелов. Так, это потом добровика. Мы решили, будто речь о воронах Ди. Но нет. Он говорил о чем-то куда худшем. Так, пока что да, да? Патрончики патрончиками есть. Ох, чтоб его. Генератор нужно заправить. Сейчас, сейчас, сейчас. По-моему, пора навестить Викрама. У Викрама заправка в Шордиче. Он живет этажом выше, не ошибешься. Заперся в квартире и уже неделю снабжает выживших топливом. На территорию придется прорываться. Но как дойдешь, скажи, что ты от живого. Я сдох по собственной глупости. Так, ладненько. Что ж, давайте-ка вот на, именно на этом месте я пока и завершу эту серию. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До скорой встречи.